продажу картин, организованную благотворительным фондом «Мечты сбываются». В экспозиции сегодня представлено около 70 работ художников из разных уголков России и стран ближнего зарубежья. Есть картины местных живописцев. Сегодня они также присутствуют здесь, в этом зале. Дорогие друзья, все средства, вырученные от продажи полотен, пойдут на лечение Дамира Шкежева, 8-летнего мальчика, который в настоящий момент ждет трансплантации костного мозга. Стоимость процедуры составляет 10 миллионов рублей. Конечно, это большая сумма, но мы всеми силами, всеми своими возможностями, уже присутствием своим здесь мы уже помогаем. И фонду «Мечты сбываются», и Дамирчику. Имя отложил свои дела и пришел сюда, чтобы поддержать нашего мальчика. Нашего, потому что, ну, не бывает чужих детей, понимаете? Нашего, потому что каждый может оказаться в этой ситуации. И неважно, продастся сегодня хоть одна картина или нет. Выставка будет работать 2 недели. Я надеюсь, что результаты у нас будут, и мы действительно сможем помочь этому ребенку. Спасибо всем, наслаждайтесь вечером. Сегодня прекрасная будет концертная программа, а сама выставка, я думаю, просто сплошное удовольствие. Спасибо. Спасибо большое, Фатима. Спасибо большое вам. На самом деле, сегодня, да, помимо того, что мы можем насладиться полотнами, представленными здесь, и более того, у нас есть возможность, а это такая редкость, честно говоря, прийти на выставку, еще можно и купить картину, а помимо того, что можно и приобрести ее, можно еще и помочь человеку. Но с нами еще и артисты нашей республики, которые сегодня будут нас радовать своим творчеством. А пока с огромным удовольствием передаю микрофон депутату парламента Кабардино-Балкарской республики, руководителю регионального отделения партии КПРФ. Нахожусь на мероприятии фонда. И, ну, правда, сегодня первый раз, как Иван сказал, что я друг этого фонда. Для меня это очень лестно, очень почетно. И поэтому я все-таки 2 слова скажу про сам фонд. Почему? Потому что я вижу, как на протяжении времени, да, и люди, и число людей, которым фонд помогает, и сам статус фонда, и уважение к нему, и сами работы, которые вот сегодня мы видим, как все это увеличивается, растет, масштабируется. Что очень важно, то, что в фонде сегодня собрались люди, и я просто скажу, кто не знает, да, совершенно бесплатно, по-настоящему занимаются благотворительными деятельностью, благотворительными делами. И это на самом деле люди, которые делают это по велению сердца. Отдельно по именно картинам я вижу вот сегодня само очень богоугодное, хорошее дело, которое делает фонд, оно еще и украшает вот совершенно замечательные картины, которые ты смотришь, и которые, каждый из которых изучает очень добрую ауру. Они, тот человек, который приобретет, он не просто сделает доброе дело, он еще приобретет какой-то символ. Я думаю, они тоже сегодня вот нашим с вами добрым вот этим теплом, нашей энергией эти картины пропитаются. И вот эти картины, которые войдут в дом, они точно так же войдут в дом, как то доброе дело, которое сделает человек. Но я не буду отвлекать долго внимание. Вирус, говорит, когда закончится? Когда выработается коллективный иммунитет. Так вот, у нас сегодня вырабатывается коллективный иммунитет к безразличию. Это тоже очень важно для нового общества, для людей новой формации. Мы перестали видеть только свою боль, мы перестали видеть только себя, и мы сегодня стараемся видеть людей, кому больно и тяжело рядом с тобой. Ну и сегодня, конечно, в первую очередь, мальчик, который собирает эти средства, безусловно, близким, родным, здоровья. Дай Бог, чтобы вы увидели, что счастье этого мальчика и счастье его детей. Дай Бог, чтобы то, что вы сегодня хотите, обязательно сбылось. И оно обязательно сбудется, пока рядом с вами есть вот такие небезразличные люди. Спасибо.
Вот так.